Привет, меня зовут Соня. А я работаю проект-менеджером, и я еще пока не поняла, зачем я пришла. Всем привет, меня зовут Роман, я работаю в ювелирном бренде. Без пароля – это свидание вслепую, на котором участники дают друг другу покопаться в своих телефонах. Пока герои не знают об этом и спокойно заполняют анкеты, разглядывая профили партнеров в соцсетях. Не так много своих фотографий, он фотографирует все вокруг. Я люблю лысых. Ну, то, что волос больше, чем у меня, это уже хорошо. Красивый, интересный, интеллигентный, коммуникабельный, остроумный, впечатлительный и маменькин сынок. Это девушка безбашенная, уверенная, веселая, интересная, коммуникабельная, креативная, решительная и тусовщица. И я думаю, я уже хотел бы с ней познакомиться вживую. Ну, я бы познакомилась, он красивый. Привет. Привет. Приветствую вас. Хотите лучше узнать друг друга? Не вижу причин отказаться. Я тоже. Разблокируйте смартфон. И отдайте человеку напротив. Окей. Ну, я не буду читать переписки, потому что мне это не очень хорошо. Нет, это, возможно, было бы лучшее решение для меня. Я зайду просто в Инстаграм и посмотрю твои подписки. Аккаунт с собачками. Да, у меня там есть собачки. Это мило. А, я подписан на мопсов, да, люблю собак. Так, у тебя не очень много друзей. Да. У меня вот это кольцо оттуда. А у меня вот эти кольца оттуда. И серьги оттуда. Класс! У нас есть много общего, мне кажется. Ну, по крайней мере, любовь к украшениям и к животным. Мопсики и украшения — это да, любовь. Это супер. А мопсики в украшениях — это вообще... Ну, я бы задумалась. Ну, да. Ой, там... Угу. Да, там, я могу ответить, если хочешь. Да, давай, тут как раз... Важная инфа. Ну, чат той девочки, я думаю, там как раз впишусь. Могу селфи отправить. Как хочешь. То есть, если добавить еще фотографии, как будто меня уже фотографировали. Вот, очень похоже. Дурак, подтвердите готовность. Готов. Сто лото. Ну, если что, квартира будет у нас. Удобно. Ты выиграла Джокера. Ей. Это тоже как-то связано, видимо, с нами. У тебя очень много готовностей. Слава богу. Судя по уведомлениям, любит играть в карты. Да, вот. Я убивала время, пока что сидела в гримерке. Давай посмотрим, что ты смотришь на Ютубе. Гриффины. Окей. Это подписки или предложки? Это важно. Это предложка. Угу. Давай подписки посмотрим. «Мстители 4». Да. «Мстители». Ну, это последняя фаза. Вышел первый фильм, будет второй скоро. Тони Старк, кто здесь умрет. Простите за спойлер. Как так? Да. Нет. Я просто тебя забалтываю, чтобы у тебя меньше времени было. Давай последний поисковый запрос посмотрим. Да, окей, нет, вперед. Порнхаб. Не, не порнхаб. Ну, тут как-то не очень все интересно. Может, в мессенджере будет что-то интересное. Ну, скорее всего, Рома любит Marvel и DC, я тоже люблю Marvel и DC. Только Marvel. А? Только Marvel? Marvel, да. Как так? А как же DC Бэтмен? Дно. Ну, Бэтмен хорош, но DC дно. Огонь. Так, ну, продолжим начатое. Твой коллега, блин, так. Что, где? Ну, только подумали, что я коллега. Так, пойду по твоим стопам, тоже посмотрю твои подписки. Играем вместе. В Инстаграме? Нет, Ютуб. Блин, у меня есть две младшие сестры, и типа, да, там есть какие-то, все, скорее всего, Маша и Медведи. Да, я скорее узнаю сейчас больше твою младшую сестру, чем тебя, если буду дальше пролистывать. Да, там правда мультики. Твои мультики. Так, что еще у нас есть? Инстаграм. Угу. Слушай, у меня и то все приличнее. Причем я не твои фотографии смотрю. У тебя интересные вкусы. Это прикольно. Спасибо. Да, ты опять мой профиль смотришь? Нет, я смотрю твою ленту. Острова, собачки.
девочка? Я начинаю нервничать уже, короче. Милота? На йогу ходишь? Нет. Нет? Просто гибкая? Нет. На самом деле, довольно интересное сочетание детских мультиков на YouTube и обилия женского белья в Инстаграме. То есть такая... Ее вкусы крайне необычные. Это этому интересно. Есть объяснение. Да, я поверю, что оно такое, какое ты сказала. Но даже если и нет, это тоже довольно интересно. То есть мультики я тоже люблю. Историю браузера. Сонник роды. Блядь! К чему снится беременность? 6 лучших приложений для подсчета калорий. Тебе ни к чему. Да я занимаюсь спортом. А, про йогу сказала нет, это то, что не гибкое. Йога — это не спорт. Йога — это состояние души, да. Тиндер. 71 пара. Ты недавно Тиндер установил, да? Вчера буквально. А, за день 71 пара, снимаешь шляпу, очень круто. Много еды. Но и ты не любишь ходить, судя по количеству доставки еды. Люблю покушать или походить? Да. Видео. Не, ну видео не надо. Милые фотки лысых мужчин. А, ну вот, мужчина уже есть. Зачем я сюда попал? 10 декабря 18. Я не думаю, что вы успели разбежаться. Судя по всему, я нашел то, чего боялся. Ну, возможно. Либо это очень хороший друг. Это очень хороший друг. Да. Привет, передаю Рому. Тоже Рома. Круто. Рома — хорошие друзья. Все лысые Ромы супер. Да, я абсолютно согласен с этим. У меня отец тоже лысый Рома, он офигенный. Ну, я же говорю, я не ошибаюсь. То есть я еще Роман Романович, получается, что лысый Рома в квадрате практически. Это комбо. Ты смотри. Ну, ты лучше тогда в таком случае. Да, однозначно. Так, посмотрим фотки. Вижу какую-то мадам. Могу предположить, что это либо подруга, либо сестра. Наверное, это, если не ошибаюсь, коллега. Не, ну она тут и в платье, и на вечеринке. А, это бывшая. И просто из-за того, что телефон новый, там сейчас старые фотки. Нет, не вопрос. Нет, я верю. Да, она вообще очень хорошая. Класс. Вот до нее, если бы меня спросили, есть ли дружба между мужчиной и женщиной, или с бывшими, я бы сказал, не, а вот с ней прям привет ей. У меня такая же история. Рома, да? Если правильно помню. Да. Понимаю. Не, ну она хотя бы в Германии, видишь, у меня тут плюс, ты можешь быть более спокойной. Не, она у нас только онлайн общение. А он 10 декабря на диване у тебя был? Нет, так это просто... Просто диван? Нет, он мне прислал фотографию. Ты часто сидишь в Тиндере? Ну, такое. Раз я здесь, скорее всего, да. Я тоже. Как ты мог понять? Ну, всего 71 матч за день, я снимаю шляпу. Кстати, вас всегда интересовал... У меня за 3 года столько. Давай вот напишем какой-нибудь девочке, с которой у тебя матч. Ну да, туше, я тоже писал. Давай сейчас какую-нибудь нормальную выберем. Привет, красотка. Окей. Классная челка. Надеюсь, она мне так же ответит. Парень в поисках женщины. Здорово, что он общается со своей бывшей, в скобочках нет. В скобочках бывшей. Ну, потому что я тоже общаюсь со своим бывшим, и я понимаю, что это на самом деле дно. Типа, это ни к чему хорошему не приведет. Вот, ну, типа, мы себя тешим тем, что это нормально. Ну, слушай, она у меня спрашивала по новому парню совета. Так что тут не дно. А, ну, слушай, тогда да, тогда вопросов больше нет, тогда нормально. У тебя по новому парню совета он не спрашивал? Нет, ну я спрашивала совета. А. Исправьте свои анкеты, если ваше мнение изменилось. Красивый, интересный, интеллигентный, коммуникабельный, остроумный, впечатлительный и вишенка на торте маменькин сынок. Вот прям сейчас сюда, прям. Я бы добавила скромный, ну, зрелый бы добавила еще, да. Возможно, легкомысленный, но это не точно. Безбашенная, уверенная, веселая, интересная, коммуникабельная, креативная, решительная тусовщица. Добавил волевая, добрая и сексуальная, спасибо галерее. И из негативных – легкомысленная. Есть такое. Да, на одном диване с бывшим легкомысленная. Фотографии 100 лет. Если вы хотите продолжить общение вне Куба, у вас есть 15 секунд, чтобы зажечь экран телефона.
Так, ну, на самом деле очень много приложений с доставкой еды, так что не принципиально, куда. Не, я не хочу дома сидеть, я бы... Пицца или суши? Пицца. Все, мы где ЗАГС ближайший? То есть все решено.